Самый простой способ обновить и одновременно расслабить интерьер – это использовать свечи в качестве декора. Действительно, мерцание огня словно замедляет время и дарит настоящее блаженство. Но чтобы свечи соответствовали той зоне, которую вы собираетесь декорировать, дизайнеры интерьеров рекомендуют соблюдать главное правило – учитывать форму и размер свечей. Свечи актуальны в спальне, к примеру, на прикроватной тумбе. Но стоит обратить внимание на свечи в прочной стеклянной колбе из соевого воска. Такой воск считается более экологичным, поэтому абсолютно будет безвреден для тех, кто любит перед сном ненадолго зажечь свечу. К тому же наличие крышки и прочной упаковки делает такие свечи абсолютно безопасными для спальни. Из такой свечки получится идеальная виньетка, если дополнить ее книгой и небольшим букетом цветов. Если речь идет о гостиной зоне, то уместно свечи будут смотреться на журнальном столике. Кстати, подойдут свечи абсолютно любой формы и абсолютно разного размера. Самое главное – выбирать свечи нейтральных оттенков. Они способны оттенить интерьер. Но если все-таки захочется добавить ярких акцентов, то можно использовать для светлых свечей вот такие металлические подсвечники. Очень эстетично смотрится. Аккуратные ажурные стеклянные подстаканники весьма украшают обыкновенные свечи в таблетке, или их еще называют свечи в гильзе. Такие подстаканники идеально подходят для светлых интерьеров и делают пространство более легким и воздушным. Получить композицию можно просто, если поставить подстаканник на поднос, а рядом поместить небольшой букет цветов. Но если стекло и металл – это все не про вас, и вы предпочитаете стиль рустик, то тогда ищем свечи с какими-то природными, натуральными элементами. Подойдет пробка, деревянный декор и даже бечевка. Вот, кстати, есть хороший садовый вариант, потому что это свеча с экстрактом цитронеллы. Это, как известно, главный отпугиватель комаров и остальных насекомых. Но, впрочем, она будет хорошо смотреться и в домашнем интерьере. Смело можно ставить в центр стола на кухне. Если вы счастливый обладатель загородного дома или приусадебного участка, то, конечно, вам нужны такие серьезные декоративные элементы, к примеру, как этот фонарь. Здесь уже встроенная электрическая свеча. Устанавливать такие фонари можно вдоль лестницы, использовать в качестве садового декора, устанавливать на верандах и террасах возле лежаков, а также хорошо будут смотреться фонари у камина. Но никто не будет спорить, что такие фонари все-таки ассоциируются с зимним декором, поэтому сочетаем с хвойными растениями.